Всем привет! Это Apple Easy Work. Тут все просто. Криптовалюта уверенно обосновалась в нашей финансовой реальности. Практически каждый сознательный человек хочет или задумывается о покупке и торговле криптовалютой. Лучшая торговая площадка для этого – Binance. Потому что Binance – это ведущая мировая блокчейн-экосистема и крупнейшая по объему криптовалютная биржа. К сожалению, в некоторых странах невозможно скачать программу Binance на свое устройство. Однако сейчас я расскажу вам, как обойти региональные ограничения и установить данную программу на iPhone. Если хотите оставаться в мировом финансовом тренде, обязательно досмотрите видео до конца. По государственным причинам торговая площадка Binance заблокирована в некоторых странах, включая США, Англию и Республику Беларусь. И обычным методом вы не сможете ее установить, тем более зарегистрироваться. Для этого потребуется сменить регион вашего iPhone, если он входит в число запрещенных. Чтобы сменить регион, заходим в настройки вашей учетной записи, это можно сделать сразу из App Store, и нажимаем «Страна и регион». Здесь нам нужно сменить регион на поддерживаемый, например, Россия. Однако для смены региона потребуется привязать платежную карту страны, на которую вы переходите. Если вы переходите на регион Россия, то можно оформить карту через сервис электронного кошелька Юмани, Яндекс.Деньги, или заказать карту Тинькофф Банка. Но в последнем случае карту придется ждать около 2 недель. И это в случае, если в вашу страну осуществляется доставка карт. На мой взгляд, Юмани удобнее, так как можно не заказывать пластиковую карту, а выпустить виртуальную, что практически не отнимет у вас времени и будет совершенно бесплатно. После того, как привязали платежную карту и сменили регион, наконец скачиваем программу Binance. Сейчас она должна появиться в вашем магазине приложений, но открывать ее еще рано. Дело в том, что Binance проверяет местоположение вашей сети, с которой вы пытаетесь зарегистрироваться в программе. И если вы находитесь в заблокированной стране, то тут же откажет вам в регистрации, даже если вы выбрали страну из предложенного списка. Обойти данное ограничение нам поможет VPN. Суть VPN-технологии в том, что она позволяет создать частное интернет-соединение поверх другой сети. Однако, друзья, для того, чтобы подписаться на наш канал, вам не потребуется VPN. Ставьте лайки, если вы тоже хотите разбираться в криптовалюте или научиться устанавливать программу Binance. Лайки помогают нам понимать, какие видео вам полезны, а ваши комментарии позволяют оценивать качество наших роликов и узнавать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Для того, чтобы помочь вам их решить, новым пользователям я рекомендую перейти в канал и посмотреть. Там есть много роликов на полезные темы. Это сэкономит вам время и позволит понять, что пользоваться техникой Apple совсем не сложно. Сейчас нужно определиться, какой VPN вы хотите установить, так как в магазине приложений их достаточно много. Можете установить бесплатный или платный. Опять же, если вы планируете пользоваться Binance на постоянной основе, я бы рекомендовал качественный платный VPN, например, ZenMate. У него проверенное стабильное подключение, удобное меню и мультиплатформенность. Можно установить на iPhone, Mac, Windows и так далее. Подписка на 1 месяц будет стоить 11 евро. После установки VPN-программы запускаем ее и выбираем регион, например, Россия. Далее включаем VPN. Все, наша сеть скрыта. Заходим на Binance и регистрируемся. Процедура регистрации стандартна. Выбираем нужную нам страну, вводим свою почту, паспортные данные и фото паспорта, которые будут некоторое время проверяться. И от вас потребуется номер телефона для осуществления торговли. Как показывает практика, номер телефона проверять не будут и требовать ввести код с номера телефона тоже не будут. А это значит, что вы можете указать номер телефона своих родственников, друзей и знакомых, с их разрешения, разумеется, которые проживают в стране, указанной вами при регистрации. Поздравляю с успешной регистрацией в Binance! Теперь вы являетесь членом крупнейшей криптовалютной биржи. Только не забывайте каждый раз при входе на Binance подключать VPN, иначе программа будет ругаться и не пускать вас. Подписывайтесь на канал Apple Easy Work, и у вас будет все просто.